Мы продолжаем делать реакции на выступление с первого эпизода Produce 101 Japan. Это категория рэп. И, по-моему, это единственная песня, да? С категорией рэп. Интересно. Единственная песня. Почему? Если в этой команде, в принципе, мне все мальчики нравятся. Голос у нее классный. А, это же этот. Кикари. Она еще кикари. Очень классное выступление. Они же еще сами пишут лирику. Да. И было бы классно вообще знать, о чем они. Подождешь да. Перевод. Да, к сожалению. Так что, if you know what the lyrics about, please write down. We do know Japanese. So. Yes. Окей, давай. Давай, короче. Так, здесь снова будет пресс-сак, так что... Спойлер! Просто я видел момент. Желтенькие! Когда сделал? Да.
У меня такой голос. Я просто заткнулся, не забыл. Пишите реакции Юго, Кошина. Okay. Okay, that's good. Он, кстати, смотрится вообще по-другому здесь. Да. Прямо он на сцене вообще другой. Ай, такая прелесть. Как его зовут? Мицуре. Мицуре? Да. He's so cute. Ну, мне понравилась первая команда больше. Ну да. Они как-то у них больше было энергии, драйва, прям вот профессионалы. Вот, а это команда здесь, тоже здесь хорошая. Здесь ребятки есть, все-таки мне кажется, они не такие как бы рэперы, что ли, как будто они этот, ну, немножко да. Не хватает им. Да, да, согласна. Ну, но в целом тоже хорошее выступление. Да. Меня удивил этот мальчик Мияби. Да. Okay. Я знала, что он есть, но я никак не обращала внимания, а тут он прям себя хорошо показал, так что... Молодцы, ребятки. Да. Это вас...